полностью, он ходил за ней везде, полностью. То он еще подойдет, ей что-то приобнимет, то еще что-нибудь сделает. Она говорила, отстань, ладно. Потом она пришла ко мне в гости, он узнал, что здесь кто-то живет, он ее тоже как-то выследил, но не знаю, как он ее выследил. Пришел в гости, он узнал, что мы здесь живем. Он за ней забежал в лифт, она выбежала с лифта быстрее, появилась, чем ко мне домой, он увидел там, где мы живем. Потом, получается, прошло некоторое время, звонок в дверь. В этот же день, когда моя подруга, звонок в дверь. Мама говорит, давайте я, она же знает, что у меня подружка пришла вся в слезах, она говорит, это... Так, ты успокойся, я сейчас тебе успокоюсь. Вот, потом мама открывает дверь заглядывает в глазок, понимаете? Ну, Димона было позвать. Полностью, как мать родила. Понимаете, а сейчас вот где-то уже третий или четвертый день он ночует вот здесь на лавочке. Вот сегодня последний раз вот я когда заходила, почему мы вообще начали. Так где она есть? Что ты за нее рассказываешь? Пускай она выйдет. Сейчас. Да, при чем здесь? Я говорю пока что. Что ты орешь? Я к тебе лез. Пускай выйдет. Да ты что, ты ко мне не лез, ты меня в лифт не пускал. Ты меня в подъезд не пускал. Так вот дети вот стоят все, вот которых сейчас он всех нашугал там, вот на полах, дети вообще приставал. Вот. Бежали, тряслись все. Приставал. Приставал я к вам. Как зовут вас, молодой? Пара. Пойдем в машину поговорить. Вы его не отпускайте, потому что... Просто, мама, еще выйдет, она еще выйдет. Просто нет такое. Да? А? Да, да, да. Здравствуйте. Это чья мама? Моя. А так где эта девушка? Она здесь не живет. Она здесь живет. Она на Бауме. Она на Бауме живет. И дело в том, что, понимаете, я... Звонок в дверь. Так не просто убежал. Принеси. Ну, давай, чувак. Это понимаете, а если мой ребенок открыл дверь? О, Никита идет. Ну да, ну где-то вот на... Ну уже с недели вот это да, он не дойдет, пока да. Вот никому здесь. А вы вообще знаете? Это за тобой, Никита. Ну его вскрыть, когда он попытался что-то к Насте тоже, потом он за ней же присутствовал. Андрюха, что ты сказать по одному поводу? Плохо человек поступил. Это за тобой приехали. Здрасте. Ну что, на торниках были? Нет. Я вообще вышел так просто. И он, наверное, узнал, что ее зовут Настя. А Влад не идет? Да сейчас придет. Дело в том, что в лифт войти невозможно вообще. Я всего раз у меня оказался. А пацаны уже удолбаны, что Настя сидят. Окей. Яша, Дима. Ой, Яша. Кот? Да. А с каким Димой? А Настя, которая едет, она не знает, что она летит. С Димой, с Димой. С двумя Димами? Если он больной, будет. Ебать. Закупай педофиляй. А чего вы не взяли у него интервью? Специалист. Там народу стоит давно. Ну, пошли себе на лавочку, тут жарко. Надо было десака вызвать. Что, давай? На, снимай. Продолжай, ебать. Запекай, ебать. Страшно, ебать. Он как короче... Ничего, не ебал им? Нет, я же такой выхожу, да? Они начинают, короче, плакать. Ой, они. Он начинает плакать, короче, понял. А это пустите, понял. Смотрит на меня такой, начал через перила вырываться. Его, короче, все держали, я бежал тоже. Потом раз, короче, стоит, плачет. Упал в угол, начал молиться Богу. Яша, дай спрогатиться. Это Андрей. Да я на его не стрелю, покататься. Как жить-то, блядь, дальше? Как жить-то, блядь? Окупай, педофиляй.